Всем привет! Сегодня я подобрал для вас 10 классных товаров с сайта AliExpress. Все ссылочки на товары вы найдете в описании под этим видео. Также в описании есть много чего интересного. Например, ссылочки на призы, которые я разыгрываю в своих конкурсах. Кстати, сегодня у нас конкурс совместно с каналом Китай Почта. Автор этого канала делает обзоры китайских посылок. С ним мы разыграем один из этих призов на выбор победителя. Условия для участия в конкурсе тоже есть в описании под этим видео. Также условия будут и в конце видео, так что посмотрите это видео до конца. Ну а сейчас погнали смотреть. Для геймеров я нашел вот такую вот геймерскую клавиатуру. Вид у нее просто потрясающий. К тому же она очень удобная и практичная. Ну а если цена для вас велика, я нашел более дешевый вариант. Выглядит она уже не так круто, но по функционалу ничуть не хуже. А вот этот вот чемодан подойдет для тех, кто любит путешествовать. Но это не простой чемодан. Это чемодан-самокат. И теперь вы будете возить свой багаж с удовольствием. Но вернее, он вас будет возить. Ну а для тех, кто любит поиграть в игры на мобильном, на AliExpress есть вот такие вот очки виртуальной реальности. Сейчас это очень популярные очки. А еще в комплекте к ним идет джойстик. А для тех, кто хранит на флешке очень важные данные, я нашел вот такую вот флешку с кодовым замком. Теперь за сохранность и конфиденциальность своих данных вы можете быть спокойны. А это солевая лампа. И мало того, что она красиво светится, и ее можно использовать как ночник, так это еще и очень полезный ночник. Он делает воздух чище и ионизирует его. А это браслет Powerbank. И это тоже очень удобная вещь, так как он всегда будет с вами. В паре эти два браслета смогут зарядить ваш смартфон, если у него сел аккумулятор, а вам срочно нужно позвонить. На AliExpress я нашел вот такие вот светодиодные лампы. Они мне понравились тем, что выглядят они фантастически, как будто внутри у них идет метеоритный дождь. Они точно бы стали хорошим украшением в каждом доме. Но это всем известная 3D ручка. Стоит она не так уж и дорого, но зато сколько радости она принесет и взрослым, и детям. Ведь ей можно нарисовать все что угодно, от незначительных детских игрушек до чехла на телефон. А для любителей оригинальности я нашел вот такой вот левитирующий светильник. Классная штука. Я уже прям представил, как удивятся друзья, пришедшие в гости, когда его увидят. А это не менее оригинальная вещь. Это зеркало заднего вида на операционной системе Android. Стоит оно, конечно, как классный смартфон. Но с другой стороны, оно обладает 7-дюймовым экраном и исполняет все те же функции, что и смартфон. Ну, кроме звонков, конечно. Так что можно считать его планшетом, только с необычным дизайном. Ну а как вам такой раскладной стул? Он очень компактный, и вы всегда можете носить его с собой. Когда вам надоест стоять, будь то в очереди или ожидая автобуса, вы можете разложить его и присесть. Оригинальная вещица. Но если у вас есть какая-то секретная информация или ключ от квартиры, где лежат деньги, можете спрятать его в такой оригинальный гаджет, как Криптекс. Он, кстати, может быть просто красивым украшением для вашего рабочего стола. А еще на Али я нашел лаунчпад. И это чудо техники нужно слушать. Я думаю, меломаны оценят. А следующий товар мне очень нравится, и я всегда о нем мечтал. Это колыбель Ньютона. Но не простая, а светящаяся. Очень красиво и оригинально выглядит. Может стать отличным подарком другу. Ну а если вы любите читать и часто читаете лежа, то для вас изобрели вот такие вот очки. Это очки-перископ. Они искривляют угол зрения, и с помощью этого можно с комфортом читать лежа. Ну а это прикольный девайс для кухни. С помощью него вы сможете быстро отделить ваши овощи или макарончики от воды, и теперь вам дуршлаг попросту не нужен. А это светодиодная лампа, на которой можно менять подсветку с помощью своего смартфона. Есть еще и вот такая вот лампа.
Она мне понравилась тем, что помимо подсветки в нее встроен еще и динамик. То есть она может играть музыку. Классная штука. Надувной диван. Очень нужная вещь, если вы собрались выбраться на природу или поехать на пикник. На этом диване вы можете с комфортом провести время на природе. А еще его можно использовать как спальный мешок. А следующий товар — это надувной домкрат. Очень нужная вещь для автомобилистов. Он очень прост в использовании, потому что его можно накачать с помощью выхлопных газов своего автомобиля. С этим домкратом вам не страшны ни грязь, ни снег, ни любые другие ямы. Он отлично поднимает машину. Ну а это воздушный змей-осьминог. И это он только на картинке выглядит маленьким и безобидным. А на самом деле это 15-метровое чудовище. И выглядит это довольно-таки устрашающе. А следующий товар — для любителей полюбоваться подводным миром. Или просто понырять и поплавать под водой. Это очень нужный браслет. Этот браслет в критический момент может спасти вам жизнь. Достаточно лишь дернуть за рычаг, и браслет вытащит вас из-под воды. А следующий товар — это пузырь для зорбфутбола. И в принципе мне здесь нечего рассказывать, на это нужно смотреть. Ну а на этом у меня все. Условия для участия в конкурсе на экране. И всем пока!